1 апреля начнется очередная призывная кампания. Об этом обязательно расскажем. А пока новости об отсрочках от службы для выпускников школ и студентов. Закон о дополнительной отсрочке для студентов уже принят и скоро вступит в действие. В первую очередь, это хорошая новость для 18-летних выпускников школ. Теперь они имеют возможность спокойно окончить вуз без перерыва на армейскую службу. Напомним, совершеннолетний ученик первую отсрочку получал еще в школе, затем при поступлении на бакалавриат. Закончив его, молодой человек должен был прервать образование и отправиться на службу в армию. Теперь третья отсрочка предусмотрена для продолжения учебы в магистратуре. Государственная дума приняла изменения в закон о воинской обязанности военной службы, и теперь молодой человек имеет право получить отсрочку во время обучения в школе, если ему исполнялось 18 лет. Вторую отсрочку имеет право получить при обучении в высшем учебном заведении на уровне бакалавриата. И потом при поступлении уже в магистратуру он имеет право продолжить обучение и получить отсрочку уже, соответственно, в третий раз. Новый закон позволит юношам не прерывать обучение в вузе. Для оформления отсрочки необходимо обратиться в военно-учетный стол по месту жительства и там уточнить список необходимых документов.